Непредвиденные ситуации, максимальная бдительность. Полицейские на транспорте станции Караганда-Сортировочная организовали для учащихся день открытых дверей. Ребятам рассказали не только об истории возникновения станции, но и об опасностях, которые таит в себе железная дорога. Подробнее в сюжете. Линейный отдел полиции регулярно проводит дни открытых дверей в рамках оперативно-профилактических мероприятий для школьников и студентов учебных заведений города и района. Основная задача полиции на транспорте – познакомить молодежь с работой. Железная дорога – это не только романтика стука колес и один из самых важных видов транспорта, обеспечивающий перевозку грузов и пассажиров. Это еще место повышенных рисков, опасности и правонарушений. Показать прозрачность, открытость и доступность нашей полиции. В ходе проведения данного мероприятия мы рассказали детям про безопасную дорогу. Вместе с тем показали короткометражные видеоролики о вреде наркотиков. Непредвиденные ситуации, с которыми сталкиваются полицейские в своей повседневной работе, были разыграны перед учащимися. Полицейские продемонстрировали умение на скорость собирать и разбирать оружие, криминалистическую технику, вооружение и другие спецсредства. А также рассказали учащимся, как проводится осмотр места происшествия. Служебные собаки продемонстрировали ребятам свои навыки. Ежедневно четвероногие друзья помогают полицейским предотвращать и раскрывать преступления, охраняют покой граждан, патрулируя вокзал, залы и поезда вместе с сотрудниками Центра кинологической службы. Когда нам показывали автоматы, мне очень понравилось. И про собак-ищеек очень было круто. Когда нашли вещь под коробкой, меня это очень удивило. Повели нас в депо. Машинист-инструктор рассказал нам, какие оборудования есть в машинном отделении. Показал кабину машиниста, какие там кнопки есть, за что отвечает. Пристальное внимание уделяется профилактике несчастных случаев на железной дороге из-за нахождения на путях граждан, домашнего скота, борьбе с наркоперевозками, с кражами личного имущества граждан. Сотрудники линейного отдела полиции обеспечивают безопасность граждан и пресекают нарушения закона на комплексе железнодорожного сообщения. Они работают в условиях постоянного пассажиропотока, перемещения транспорта и грузов, и к ним предъявляются высокие требования, как профессиональные, так и в дисциплине. Ирина Вабищевич, Николай Шевелев, 5 канал.